Здравствуйте, мои хорошие, мои любимые. Сегодня мы вас приветствуем с культурного центра, где Кристина будет выступать на рояле. У нас такой здесь роскошный зал, роскошная елка, и она сегодня здесь выступает на рождественском концерте. Немножечко волнуемся мы, конечно, но надеемся, что все пройдет хорошо. Смотрите, какая здесь рождественская огромная шикарная елка установлена. И в такой атмосфере сейчас дети будут здесь выступать. Учитель. Елка так рано в этом году, да? Уже по всему городу елки стоят, уже праздники, уже гномы ходят, дети? Ходят. Как вам повезло? Правда? Смотрите, какие здесь роскошные, огромные снежинки висят. Марширующие поросята. Марширующие поросята, представляете? Полька и марширующие поросята. Хорошо. По нотам, да? Ой. Зачем это? Thank you.
Здесь автопати после концерта. Стол накрыли. Смотрите, как здорово. Фуршет. Фуршет Кристины, да? Ой, как хорошо накрыли. Спасибо. Какая красота. Здесь так дом оформлен роскошно сейчас перед Рождеством. Все рождественское. Ой, красота. Просто волшебство на каждом этаже. Смотрите, как же здесь красиво. Невероятно. Елки везде стоят в залах. Давайте заглянем сюда. Роскошно. Роскошно украшено все, что только возможно. Волшебство. Этот дом творчества, где занимается Кристина музыка, настолько красиво сейчас украшено. Я просто слов нет. Посмотрите, здесь полуподвальное помещение. Мастер-классы здесь проходят, и люди просто отдыхают. Посмотрите, насколько здесь красиво. Но мы думали, что вы будете покупать это время. Тут получается, что вы 5 минут, а вы здесь. Смотрите, это просто в гардеробе так украшены подоконники. Тут сидят гномики. Ой, какая прелесть. В общем, довольна Кристина. Понравилось ей выступать, да? Подарок дарили красивый. Так что очень мы рады. Рождественское настроение у нас у всех. В общем, все прекрасно. Ну вот, вроде бы мы выступили, все хорошо, довольны, дети довольны, родители тоже, концерт получился замечательный. Волновались мы, конечно, Кристина немножко переволновалась, но в общем и целом все хорошо. Спасибо, что были с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Рождественского и новогоднего настроения вам, всего хорошего, до свидания.